В 2014 году полицейские Тюменской области работали удовлетворительно. Такую оценку сегодня на пресс-конференции дал руководитель регионального управления. Из всех преступлений удалось раскрыть половину. Позитивной динамикой стало снижение уличной преступности, а доля подростковой – самая низкая за 5 лет. Страж порядка изъяли более 390 килограммов наркотиков. Многие правонарушения помогли выявить камеры слежения. На эти нужды было выделено достаточно серьезная сумма средств, и они все реализованы, в том числе на развитие вот этих аппаратно-программных комплексов по одному и другому направлению, на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел, это в первую очередь участковая уполномоченная, патрульно-постовая служба. По окончанию пресс-конференции Юрий Алтынов вручил грамоты и благодарственные письма тюменским журналистам.